честно принес новую идею фильма-боевика. Я до сих пор хорошо помню, как впервые увидел «Выход дракона» с его участием. И каким потрясающим было мое впечатление. Понимаете, очень трудно выразить словами, что он делал на экране. Мы тогда больше привыкли к дракам по типу Джона Уэйна, когда соперники размахивают кулаком из-за плеча, когда реакция, так сказать, налицо. Зрители могут следить за каждым движением, водят глазами из стороны в сторону, раскрыв от удивления рот. Видно, как сначала бьет один, потом другой дает сдачи. Теперь же, как мне кажется, люди стали гораздо более образованными в том, что касается драки. Будь то бокс в западном стиле или поединок мастеров восточных боевых искусств, Брюс опять же был новатором, первым отразившим это на экране.